Когда нас приглашают на официальный или формальный ужин, важно показать свою благодарность. Как правильно подарить цветы? Добро пожаловать в Советы Батнера. Цветы являются самый основной подарок хозяин или хозяйка. Есть несколько правил, которые мы должны иметь в виду. Цвет и сорт зависят от личных желаний, но мы всегда не четкое количество цветов подарим. Размер и количество в принципе не так важно, потому что флористы могут делать очень интересные и красивые букеты или композиции с очень маленькими, даже дешевыми цветами. Самое главное, это что мы всегда спросим, что цветы будут жить надолго. При приглашении на ужин, где будет много гостей, лучше отправить заранее ваш букет или композиции. И, конечно, там добавьте тоже маленькая карта, рукописная, конечно. Причина почему? Это потому что, когда мы подарим цветы нашим хозяину и хозяйке, и другие гости там без или, может быть, с маленький букет цветы, тогда не очень удобно будут эти другие люди. И тоже неудобно будут, конечно, хозяйка. Поэтому мы заранее все отправим, и тогда при встрече хозяйка может благодарить за этот букет. Имейте в виду, что большинство, конечно, мы подарим цветы женщине, но есть очень интересные мужские композиции. Вот как правильно подарить цветы. В нашей рубрике «Советы Батлера» каждую неделю мы даем новые детали из профессиональной жизни Батлера. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Любите то, что вы делаете. До скорой встречи!